Одинцовские полицейские совместно с общественным советом при УМВД организовали экскурсию для многодетной семьи в дом-музей имени Пришвина в деревне Дунино. Ребят познакомили с биографией великого русского классика, его наиболее известными произведениями. Дети смогли погрузиться в атмосферу времени, в котором жил и писал Михаил Пришвин. После посещения музея школьники побывали на месте, где в годы Великой Отечественной войны проходила прифронтовая полоса и располагались тыловые и медицинские части.